Готовиться к учебному году казахстанским детям продолжают помогать члены партии «Аманат». В рамках республиканской акции «Соберем ребенка в школу». На этот раз помощь оказали тысячам юных жителей Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Все они получили рюкзаки и сертификаты на школьные принадлежности. Подробности в материале моих коллег. Более 2000 детей помогут собрать в школу депутаты от партии «Аманат» в Актюбинской области. Общереспубликанская благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» стартовала в начале августа. Депутаты областного маслихата вручили сертификаты на 50 тысяч тенге и рюкзаки для будущих учеников. Как отмечают сами родители, это весомая помощь от партии, ведь сборы одного школьника обходятся минимум в 100 тысяч тенге. Сами понимаете, что сейчас очень тяжело и очень все дорого. Так как у меня все четверо учатся, и поэтому я пришла, попросила помощь. И вот мне оказали. Я очень благодарна. Помощь от народных избранников получат дети из многодетных и малообеспеченных семей. Также к акции подключились депутаты городского и районных маслихатов. Дети – это наше будущее. Чтобы дети были в первую очередь счастливы, пошли в школу, получили хорошее образование, радовали родителей. Мы всегда будем поддерживать в рамках данной акции. Аналогичная акция проходит и в Западном Казахстане. В Уральске аманатовцы подарили детям школьные принадлежности, купленные на собственные средства. Помогали партийцы малообеспеченным, многодетным семьям и детям-инвалидам. Всего в Западно-Казахстанской области планируется оказать помощь тысячам учащихся. У меня четверо детей, на них очень много денег уходит, именно в школу. Все дорого, а так, если помощь есть, конечно, спасибо большое за помощь, когда... Такое есть подарки, когда дарят. Очень хорошо. Вручение школьных подарков для детей стало настоящим праздником. Кроме презентов, их развлекали, играли с ними в разные игры. По окончанию мероприятия партийцы пожелали школьникам отличной учебы в новом году. В наших планах обеспечить 1600 детей школьными принадлежностями. Мы должны охватить каждого ребенка вниманием и заботой. И нужно отметить, что оказание добровольной благотворительной помощи партии нуждающимся семьям не прекращается на протяжении всего года. Отмечу, акция проводится в рамках партийного проекта «Бакаттоотбасы». Она продлится до конца сентября. Планируется, что помощь получат более 45 тысяч детей по всей стране. Ольга Литвина, Татьяна Рудометова, Астана Таймс.